Друзья, всем привет! Близятся праздники, скоро на всех новогодних столах будет стоять таз вкусного, но очень калорийного и тяжелого салата оливье. Сейчас я покажу, что в нем можно изменить, чтобы его калорийность уменьшилась в два раза. Я все взвесил и посчитал. При этом он сохранит свой вкус, станет легким и полезным. Ну и какой же Новый год без подарков? Поэтому в этом видео я разыграю денежный приз – 2022 рубля. Чтобы увеличить ваши шансы на победу, даю вам подсказку. Смотрите этот рецепт от начала и до конца. Где-то в процессе приготовления я озвучу условия для участия в розыгрыше. Если будете проматывать, то пропустите этот момент. Остальные подробности в конце видео. Я уже подготовил все ингредиенты, граммовки будут в описании под видео. Сейчас сварил морковь и корень сельдерея, которым я заменю картофель. Его калорийность ниже почти в 3 раза. Также очистил сваренные вкрутую яйца и еще нам потребуется, естественно, зеленый горошек и зеленый лук. Вместо майонеза я буду использовать домашний соус из орехов кешью. В салате он похож на обычный майонез, но при этом менее калорийный и полезный. Ссылка на его рецепт будет в описании. Колбасу в оливье добавляют, по сути, только из-за вкуса. Ничего питательного в ней нет, поэтому я ее заменю на мускатный орех. Эта специя придает похожий привкус. Итак, с сельдерея нужно убрать все несъедобное. В отличие от картофеля, он не липнет к ножу и поддается нарезке намного проще. Порублю я его на небольшие кубики. Так, готово. Перекладываем в емкость. И то же самое проделываем с морковью, яйцами и зеленым луком. И пока я занимаюсь нарезкой, озвучу условия для участия в розыгрыше 2022 рублей. В комментариях под этим видео нужно написать любую мечту или цель, которую вы хотите достичь в новом году. Я тоже напишу свою. Можете поставить видео на паузу и сделать это прямо сейчас, потом продолжить просмотр. Основные ингредиенты готовы. Добавляем сюда зеленый горошек. Немного мускатного ореха и заправляем это все ореховым соусом. Кстати, этим соусом можно заправлять весь салат сразу и не бояться, что он быстро испортится, так как полностью состоит из растительных компонентов. Сейчас попробую и скажу, похож ли этот диетический салат оливье без майонеза, картофеля и колбасы на классический. В общем, ребят, если бы мне дали попробовать этот салат оливье и не сказали, что в нем что-то изменено, я бы и не заметил подвоха. Слегка выдает сельдерей. В целом, прям, ну, очень круто. Ну и теперь подробности розыгрыша. Те, кто внимательно и терпеливо смотрел видео, уже выполнили одно условие для участия. Осталось поставить этому видео лайк и подписаться на мой канал. И все, вы автоматически становитесь участником. Победителя я определю 31 декабря в прямом эфире на моем канале. Обязательно включите колокольчик, выбрав пункт «Все уведомления», чтобы первыми узнать имя счастливчика. Возможно, им станете именно вы. И давайте договоримся так. Если к концу конкурса под этим видео наберется 222 лайка, тогда победителя будет 2. Поэтому делитесь этим видео с близкими, может кому-то из них тоже повезет. На этом у меня пока что все. С вами был Дед Мороз Дмитрий Благодаров. Всех с наступающим, до скорых встреч, пока!